полиция. Сюда нельзя. Судмедэксперт Вилкас. Предъявите удостоверение. У меня нет с собой, я оставила в бюро. Застали, оставайтесь за лентой. Зиновий Викентич, можно вас на минутку, пожалуйста? Инга Викторовна, здравствуйте. Будьте добры, объясните молодому человеку, кто я. Офицер, эта женщина наш сотрудник. Судмедэксперта. Вилкас фамилия, пропустите. Проходите, Инга Викторовна. Благодарю. И вас. Как интересно. Да, вы знаете, я много чего в жизни интересного видел, но такого. Вот, чтобы обезглавить, а потом посадить труп на лошадь, это перформанс какой-то. Это «Всадник без головы». Читали? Да. Знаете, мама меня в детстве заставляла читать книги. Я рос интеллигентным мальчиком, но это... А убийца у нас с фантазией. Это да. Олег, что мы знаем о жертве? Да ничего, ни документов, ни телефона. В общем, информации ноль. А я вот из того, что вижу, могу многое сказать. Причем сразу. Тело привезли сюда ночью. Смерть наступила часов 10-12 назад. Орудие убийства – бензопила. А где, кстати, его голова? Кинологи уже все обыскали. Ничего. Но пока ищем. Если ты здесь закончил, я тело забираю в лабораторию. Да, хорошо. Зиновий Кинч, поехали. Я сейчас лошадку сфотографирую. Да. Маме покажу. Неопознанный мужчина, возраст около 60 лет, в хорошей физической форме, ухоженный. Вывод? Уровень достатка выше среднего. А что он? Был в костюмчике, не меньше 2000 долларов стоил. Сознанием дела, говорит. Да, главный модник отдела. А что, я просто знаю, что почем. Сгусток крови в районе 5-го шейного позвонка, в месте ампутации. О чем это говорит? Ты меня спрашиваешь? Если подумать, то... Нет. Я обращаюсь к моднику, который прячется за твоей спиной. Я не прячусь, я думаю. И? Гипертензия, тромбоцитоз, прием коагулянтов. Он висел вниз головой, я не знаю, это все теория, но... Все, Ростик, достаточно. Сгусток крови в районе 5-го шейного позвонка говорит нам о том, что убитый был жив, когда ему отрезали голову. Вероятно, потому что был обездвижен нейротоксином. С тебя гистология. С меня? Нет. Ты поможешь мне его перевернуть. Хирург. Это след от торакотомии. Операция на легком. Шрам свежий, 3 месяца назад оперировался. Похоже на онкологию. Рак верхней доли левого легкого. Зиновий Викентович, может, хоть вы меня чем-то порадуете? Увы. К сожалению, отпечатков пальца убитого в базе данных нет. Ну, плохо, плохо. А что с уликами? Ну, голову тоже, значит, еще не нашли. Понятно. Да. Вся надежда снова на Ингу Викторовну. Олег Анатольевич, я уже не мальчик. Да что вы говорите? Да, к сожалению. Так вот, я заметил, что в последнее время у вас, знаете ли, с Ингой Викторовной какие-то особые отношения.
Особое отношение. Так. Просто рядом с вами Инга Викторовна, знаете ли, такая... другая. Вы мне завидуете. Вот еще. Знаете ли, мне работать надо, Олег Анатольевич. Работаю. Спасибо. Да. Ростик, биохимию, сахар и группу. Быстро сможешь? Легко. Давай. Что с заключением? Вот готово. Читай. Вкрапление на срезе – это частицы металла. Также есть следы органического происхождения и автомасла. Вероятно, попали из лезвия бензопилы. Неплохо. Ростик, хирург тут роскошно поработал. Полное отсутствие метастазов. Наш всадник еще лет 10 прожил бы после этой операции. И что нам это дает? Это дает нам то, что так хорошо оперируют либо за границей, либо у нас в частных клиниках. И вот отпечатков в базе нет. Ты прикинь, скольким людям делают такие операции. У нас только в городе этих частных клиник несколько десятков. Я буду искать, не смотрите на меня так, но это займет очень много времени. Спорим, я узнаю его имя за 2 часа. Давайте, на пиццу. Сейчас акция 2 по цене 1. Несерьезно. Обед в ресторане. Теплее. Но тоже не то. Ну и что тогда? На желание. Так куда мы едем на этот раз? Да, частных клиник у нас полно, а вот онкологических клиник, которые проводят такие операции, не так много. А если взять во внимание диагноз, специфику, кровь и возраст, то круг заметно сужается. Аферистка ты, Инга Викторовна. Нельзя с тобой спорить. А ты поспорил? Да. Знаешь, какие у меня желания могут быть нескромные? Ты за рулем? Хорошее желание. Это не желание. Я и так тебя все время катаю. Надоело. Еще одна клиника, я могу загадывать желание. Даже не надейся. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Капитан Гончаров. Моя коллега Инга Викторовна Вилкас, судмедэксперт. Здравствуйте. Геннадий Викторович Бережной, главный врач клиники. Прошу. Геннадий Викторович, сегодня утром на выезде из города был обнаружен труп мужчины. На теле мужчины послеоперационный шов. Это вы оперировали? Да, похоже, это мой пациент. Мы не можем опознать этого мужчину. Знаем только, что ему примерно 60 лет, кровь первая положительная, и операция была, ну вот, судя по шву, 3 месяца назад. Есть у вас такие пациенты? Были? Одну минуту. Вот список моих пациентов. С диагнозом рак легкого. Так, 91-й год. Не подходит, молодой. 66-й. О, 60-й год. Шестак Леонид. Этот подходит. Да, я помню Леонид Николаевич. У него был на редкость удачный исход операции. Очень жаль, если это действительно он. А можно его карту? Я верну. Да, без проблем. Вот. Благодарю вас. До свидания. Идентично. Значит, шестак? Значит, шестак. Шестак владел агентством недвижимости и сам жил в элитном жилом комплексе. Да. Да ты что? Сейчас будем на вокзальную. А мы к шестаку не едем? К шестаку, только к младшему. Давай ключи. У него нашли голову отца.
Как? Прямо в квартире? Да, у него в квартире наркопритон. Пацаны его накрыли, сейчас он дает чистосердечный. Ничего себе удачное совпадение. Мы давно этот наркопритон выслеживали. Видели вы, что там творилось? Вонище, срач, шприцы по всей квартире. А, и этот утырок мелкий, шестак, на полу в крови сидит и только орет. А, это я его убил, это я. А, да, и голова папашна, отрезанная, на балконе валялась. Так что, считай, дело закрыто. Но, кстати, орешки не хотите? Спасибо. День добрый. Здрасте. Не спать. Можно я? Да, конечно. Не спать. Давай, рассказывай. Я убил его. Кого? Батя. Как убили? Ночью. Ножом. Ночью? Да, ночью. Подошел к нему и топором. Вот. Давайте выйдем. Ну, давайте выйдем. Ты давай не спи, просыпайся. Говорите, дело можно закрывать, да? Его нельзя допрашивать в таком состоянии, он же абсолютно невменяемый. Вызывайте нарколога. Во-первых, не нужно на меня давить, а во-вторых, неизвестно, будут там проверять или нет, был он под наркотиками или не был. Главное, улика есть. Признание его подписал. Так что все, до свидания. Нет, не до свидания. Звоните в скорую. Ты будешь учить меня работать? Так, его реально надо прокапать. Он сейчас загнется там. Туда ему и дорогу. Ясно. Если не звоните вы, звоню я. Папа мною командовать не будет. Руку убрал? Ты не баба, а Инга Викторовна Вилка, судмедэксперт. Руку! Пожалуйста. Я тебе предлагаю извиниться по-хорошему. Да пошел! Пусти! Пусти, я сказал. Если ты не хочешь проблем с начальством. Алло, скорая? Со своим. Хорошо. Здание РУВД на вокзальной. Передозировка наркотиками. Молодой человек, 25 лет. Вот как это назвать, Олег? Ты драку устроил с коллегами? Ну ладно, Вилка. От нее можно всего чего угодно ожидать. Но ты-то, ты. Мы спасли этому парню жизнь. Да. Если он наркоман, он что, не человек? Слушай, да против Шестака младшего все улики. Ну чего тебе еще надо? Там у него в квартире проходной двор. Это притон. Да и не в его характере убивать. Ты. Характер она разглядела за 5 минут. Да, разглядела. Угу, да. Вот. Пришли материалы на Шестака младшего. Прости меня. Год назад он уже нападал на своего отца. Вот. Шестак-старший отмазал его, устроил в клинику. Но этот наркоман сорвался и сбежал. В любом случае, человеку сначала необходимо оказать медицинскую помощь, и уже потом из него показания доставать. Что ты об этом думаешь? Ну ведь убрав отца, он убивает 2 зайцев. Да. Он избавляется от контроля и забирает папины деньги. Вот именно. А теперь... По твоей милости, по РУВД бегает адвокат этого наркомана и строчит жалобы на всех. Степаныч, ну ты же понимаешь, как велся допрос. Если бы не вмешательство Инги, они бы на него повесили все свои висяки. Ребятки, ну чище надо работать, чище. Ну мне же потом все это разгребать. Что там? Что-то важное? Пустяк. Кровь на рубашке и смывы с рук Андрея Шестака указывает на первую положительную группу крови. Все-таки он.
Инга Викторовна оказалась права. Согласно тесту ДНК, это абсолютно другой человек. Да, черт. Значит, мы долго будем ловить этого Шестака, если вообще поймаем. Значит так, крови на теле и рубашке подозреваемого принадлежит некой Нелле Пашко. 91-го года рождения. Ранее судимая. Да, Степан Степанович, еще. Эта девица на учете в этом в наркологическом диспансере. Да. Привет, Володь. Ну, конечно, узнал. Говори. Так. Понял, спасибо за инфу. Я тебя наберу позже. Давай. Начальник вокзального РУВД. Наля Пашко, сожительница Шестака-младшего, написала на него заяву. От этой заявы отказалась, мол, нападение с ножом не мешает их совместной любви. Большая любовь. Однако, ну, да, Степан Степанович. Да. Нужно ехать в квартиру Шестака. Убийство тщательно спланировано, судя по способу. И убийца очень хорошо знал о том, что у Шестака проблемы с сыном. И поэтому голову подбросил ему. Это кто-то из близкого окружения. Да, поехали. Да, езжайте. На второй день не является на работу. Прихожу и торчу тут в офисе одна как дура. Не знаю, посижу еще пару часов. Может, припрется все-таки. Здравствуйте. Здрасте. Я перезвоню. А вы к Лене Николаевичу? Его нет. Капитан Гончар. Если вы к начальнику, то его уже второй день как нет. Да, мы в курсе. Его вчера утром нашли убитым. Из головы. Тихо. Принеси воды. Да, несу. Вот. Умеешь ты на женщин впечатление произвести? Не хотел я, ну. Вам лучше? Да. Водички попейте. Извини. Как вас зовут? Юля. Юля, расскажите нам все, что вы знаете про вашего шефа. Да урод он был редкий. И жлоб. Я вон 3 месяца на него за спасибо проработала. Юленька, вот сейчас сделку проверну и все тебе заплачу. Ага. Вечно ныл, что болеет, и на жалость давил. А на прошлой неделе нам вообще офис разнесли. Кто разнес? Да кто разнес? Дружки его, амбалов своих прислали. А фамилии, имена дружков? Хромченко. Он адвокат. И еще этот Васин. Вот он вообще реальный придурок. Больной на всю голову. Шеф ему денег в карты проиграл. Слушайте, мне нужны телефоны этих ребят. Идемте, сейчас дам. Инга, садись. Скажи, дело мужика без головы ты видишь? Тут про него в интернете такое пишут. Ну да, мы личность погибшего установили. Некто Шестак Леонид Николаевич. Шестак? Что-то знакомое. Лет ему сколько? 58. Бизнесмен, недвижимостью занимался. А не тот ли это Шестак, который из ментов? В конце 90-х тройка гремела. Шестак, Хромченко, Васин. То есть ты его знал? Угу. Их из ментов поперли. Такое творили хуже бандитов. Так, что конкретно ты про них знаешь? Подожди, сейчас вспомню. Васин. Кличка Мясник. На допросах такое творил кошмар. А если им денег кто должен, так вообще не позавидуешь. Шестак. Доброе утро, Инга Викторовна. Привет, Ростик. Это что? А это вам Олег Анатольевич конфеты оставил. А еще досье на Хромченко, Шестака и Васина. И сказал, что ваш отец молоток.
Ого. Жесть. Я думаю, начать надо с Хромченко. Из гольф-клуба я поехал домой. Потом с женой в ресторан. Спать мы легли в 11. Это все. Весь мой путь вы можете отследить. Отследим, отследим. Да не было мне резона Леню убивать. Не было пересечений по бизнесу, и вообще мы с ним дружили давным-давно. Да, про вашу дружбу мы наслышаны. А вот этого не надо. Я уже давно законопослушный гражданин. И не путайте меня с Васиным. А что с Васиным? Да крышу снесло у него. Окончательно. Недавно Шостакович весь офис не разгромил. Причина? Леня одолжил у него денег на операцию на 3 месяца. Ну и вовремя не вернул. Конечно. Васин пришел разбираться. Стал угрожать Лене, что сдаст его за прошлые грехи. Секретаршу напугали невероятно. Леня потом еще сказал, что проиграл Васину в карты. Ну, надо же было как-то все это объяснять. Пора поговорить с вашим этим Васиным. Васин, это ваша машина? Моя. Багажник открой. О, какая красота. А вот это не мое. Вот это мне подбросили. Подбросили? Ну, я так и думал. Просто техасская резня бензопилой. Так, понятых в машине, не стесняемся. Я этой машиной давно не пользуюсь, она неисправна. А эту хрень мне подбросили. Да, да, я вам верю. Так все говорят. Каким образом орудие убийства Шестака оказалось у вас в багажнике? Я уже говорил, мне подбросили. Кто? Это знак. Понимаете? Предупреждение, знак. Мне и Петьке Хромченко. Привет из 90-х. Мы тогда, короче, вводится за нами кое-что. Угу. Или подставить меня хотели, тоже может быть. Кто хотел подставить? Зачем? Откуда мне знать? Я больше не мент. Теперь ты мент, ты ищи. Если умеешь, конечно. Умеет. Фамилия Беляев о чем-то говорит? Ну, был такой. Барыга один. Барахло комиссионки скупал. Проходил у нас свидетелем по одному делу. А что? Кто ему в лесопарке голову отрубил? Ничего вы не докажете, если до вас никто ничего не нашел. Тело Шестака нашли недалеко от вашего дома. Да не было мне смысла убивать Шестака. Он одолжил у меня денег. Когда я пришел к нему в офис, он поклялся, что через неделю вернет. Сделка у него намечалась, крупная, на 1,5 миллиона зеленых. Что за сделка? Хотел продать кое-что ценное и уже нашел покупателя. Кое-что это что? Я не знаю, что конкретно, не интересовался. Кстати, у меня алиби. Я весь тот день с женой и друзьями играл в боулинг. У меня много свидетелей. Проверим. Где он? Вот. Смотри, что я нашла на голове у всадника. Ну, волос, ну и что? Это не его волос. Это женский волос. ДНК-тест, химический анализ готов. То есть Шестака убила женщина с бензопилой? Ну, это я не знаю, но то, что это женский волос, это 100%. И если он был жив, то 5 лет назад. А вот теперь я точно понял. То есть Шестака убила мертвая женщина с бензопилой? Волос обработан денатуратом, спиртом и антистатиком. А вот это уже интересно. Убийца носит парик. Слушай, твой батя еще что-то говорил про этого барыгу из ломбарда? Да, говорил, что у Беляева была редкая ценная марка, которая исчезла сразу после убийства. И потом не появлялась ни в каких частных коллекциях и на аукционах. Да, что за марка? Он не знает. Интересно. Да, Свет. Ну, если надо, встретимся. Что-то важное? Ах, это. Хорошо, до встречи.
Так, ладно, я пойду работать. Привет. Чего мы здесь? Что-то важное? Привет. Да, Олег Анатольевич, повод есть. Дело в том, что я сказочно разбогатела. Да что ты говоришь? Наследство? Ну, можно и так сказать. Продала семейный пылесборник за $200. Хочу прогулять их. Хорошая компания. Пылесборник? Дедушка на коллекцию марок. У нас этот альбом столько лет валялся. Я хлам терпеть не могу, уже хотела выбросить. Но тут подвернулся ненормальный филателист среди пациентов, представляешь? Ну вот, и продала. В смысле продала? А если там было что-то ценное? Нет, не думаю. Хотя я в этом не разбираюсь. А вот в хорошем кофе, в красивых мужчинах. Света, ты извини, мне нужно кое-куда съездить срочно. Алло, Марк, привет. Нам нужно встретиться. Это срочно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что застал вас? Ну вот, манатки свои собирала. Похоже, теперь безработная. Да, неприятно. Мне нужно кое-что глянуть в кабинете вашего шефа. Можно? Да, пожалуйста. Тем более, там уже работают. Работают? Это интересно. Какой сюрприз? Олег Анатольевич. Здравствуй, Инга. Как ты здесь оказалась? На машине приехала, как обычно. Ну, ты удивлен? Нет. Смотри, что я нашла. Переписка Шестака с покупателем. Шестак собирался продать ему редкую марку. А кто покупатель? Покупатель американец, эмигрант из наших. Они марку в переписке называют «Всадник». Смотри сюда. Шестак договаривается встретиться с покупателем в день убийства Шестака в кафе «Зор». Надо пробить IP этого американца. Сейчас. Может, вам кофе сделать? Не откажите в удовольствии. Все-таки последний раз. Спасибо. Мне американо без сахара. Да, мне американо с сахаром и молоком. Хорошо. Привет. Привет. У меня мало времени. Хорошо, тогда сразу к делу. Ты еще хочешь вернуть вилку? Ну, допустим. Тогда я могу тебе помочь. Нужно сделать так, чтобы она подумала, что Олег спит со мной. Света, что, серьезно? Ты думаешь, что Инга станет ревновать Олега к тебе? Знаешь, если ты хотел меня обидеть, то зря. Тебя же она приревновала. Да так, что даже развелась. Ну, как-то это было. С тех пор она сильно поумнела. Да? А давай проверим. Ростик? Да? Работаешь, надеюсь? Конечно, Инга Викторовна. В крови убитого обнаружен миорелаксант. Ого! Миорелаксантом можно обездвижить, если дозу превысить. То есть он парализует? Да, он парализует голосовые связки, мышцы шеи, конечности. О, боже, то есть его обездвижили, но не обезболили? Именно. Когда ему отрезали голову, он был полностью в сознании. Вот это да. Ладно, надо съездить в боулинг-клуб. Поехали. Васин в день убийства, правда, был здесь. Алиби у него железное. С отцом говорила? Да. Шестак, Хромченко и Васин 20 лет назад взяли группу домушников. Они указали на Беляева, как на скупщика. Но Беляев по делу проходил, только как свидетель. Откупился, может быть. Видать, мало заплатил, раз его группа. Да. А точнее, жду. IP-адрес американца здешний. Точнее, скажет позже. Вот почему я не удивлена.
Да, у нас есть запись за этот день, я его хорошо помню. Одному посетителю стало плохо, ему тогда наш официант помогал. Вот. Так. Это, я так понимаю, американец. Это Шестак. Стоп, стоп, вот это что сейчас было? Перемотайте. Инъекцию какую-то сделал. Ладно, эту запись мы изымаем. Можно с этим официантом поговорить? Вот запись. Сереж, подойди ко мне. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, капитан Гончар. А почему вы не вызвали скорую человека, которому стало плохо в вашем заведении? Его друг сказал, что он доктор, что это сердечный приступ, а у него в машине все необходимое. Попросил помочь довести человека до машины, я ей помог. Ну, молодец, что помог. Ладно, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Игорь Викторов, наконец-то я ее нашел. Кого? Марку. Ее полное название – всадник без головы. Покажи. Стоит 1,5 миллиона долларов. Их в мире осталось всего 4 штуки. Выпущена была в 1852 году великим герцогстве Баден. Гравер допустил ошибку, не заметил, что клише повреждено. Была выпущена небольшая партия, но практически сразу же все уничтожили. Но несколько марок сохранилось. А как ты это нашел? Я искал истории про обезглавливание и наткнулся на легенду про эту марку. И она гласит, что всякий, кто ее украдет, либо добудет другим неправильным способом, умрет мучительной смертью. Через отсечение головы. А вот теперь, Ростик, все встало на свои места. Мне нужна медицинская карта Шестака. Где она? Вот. Кто, кстати, на марке изображен? Как кто? Это же элементарно. Карл Фридрих Баденский из династии Церингов. Действительно элементарно. Здравствуйте. Простите, я спешу. Геннадий Викторович, я пришла вернуть вам медицинскую карту Шестака. Спасибо вам огромное, вы нам так помогли. А я в детстве тоже марки собирала. Я их не собираю, просто картинка красивая. Ну да. Уезжаете? Да, на научную конференцию. О, боже, какой вы красивый на этой фотографии. А сколько вам здесь лет? Это не я, это мой отец. Тоже врач? Мой отец умер, и если у вас все, простите, но я вас больше не задерживаю. Ой, извините. Да, спасибо вам огромное еще раз. Сейчас уйдет, я еду за ним. Где ты? Инга, где ты? Я знаю, куда он едет. И, пожалуйста, сама туда не суйся. Я тебя очень прошу. Ты меня поняла?
Слушай, вот теперь он действительно без головы. Ну, хотите продолжать молчать? Продолжайте. Тогда расскажу я. Начну с того, что вам крупно повезло, как везет тем, кто держим идеей мести. Шестак сам к вам пришел. Со своим диагнозом и без денег. Вот это Виктор Беляев, работник ломбарда и скупщик краденого, которому отрубили голову. А вот это ваш отец. Как видите, одно лицо. Когда Шестак предложил расплатиться за операцию всадником, вы сразу все поняли и уже знали, кто убил вашего отца. Это очень дорогая марка. Я не знаю истинной стоимости, не интересовался. Но уверен, она покроет все расходы. Я знаю, вы увлекаетесь антиквариатом. Я согласен. Но потом Шестак передумал, потому что деньги на операцию ему дал Васин. Ну и плюс Шестак узнал, сколько стоит марка. 1,5 ляма баксов. Сколько у вас операция в клинике стоит? В 10 раз дешевле? В 100? Неравноценный обмен, согласитесь. Тем более дела у Шестака шли не очень хорошо. И он думал расплатиться с долгами, продав марку. Он начал искать покупателя, вы ему подвернулись, представились состоятельным американцем и назначили встречу. Простите, Леонид Николаевич? Да. Дэниел. Здесь деньги. Теперь я хочу увидеть Марка. Прекрасно. Доктор? Официант! Помогите, пожалуйста. Моему другу плохо, сердце. Может, скорую вызвать? Нет, у меня в машине есть все необходимое.
Я врач. Ага. Как эта марка к вашему отцу попала? Кто-то принес ее в ломбард и отдал по дешевке. Владелец марки не знал ее стоимости, а отец сразу все понял. И обманул продавца? То есть, если верить проклятию всадника без головы, то он за это и поплатился. И поэтому из мести вы убили Шестака таким изощренным способом. Дальше вы подбросили тело Шестака поближе к дому Васина, орудие убийства бензопилу в багажник машины Васина. А как вы проникли в квартиру сына Шестака? Что, серьезно? Да там притон. Но двери не закрываются. Я просто зашел, и меня никто не заметил. Они там все обдолбанные были. Я прошел на балкон и бросил голову в кучу хлама. А как так получилось, что вы не учли алиби Васина? Вы думали, что вы все просчитали? Приняли предложение клиники Израиля, продали квартиру, купили билет в одну сторону. Именно так. И я бы сейчас сидел в самолете, и черта с два, вы бы меня достали. А вообще неплохой был план. Жалко, что не сработал, да? А вы меня сегодня приятно удивили, Олег Анатольевич. Чем же? Если бы ты не появился, как всегда, вовремя, то он бы меня задушил и сбежал. Я бы все равно его нашел. А как ты догадался, что это Бережной? Ну, пусть это будет мой маленький секрет. Нет, говори. IP-адрес. Он принадлежал домашнему компьютеру Бережного. Тот раскололся, и я просто забыл тебе об этом сказать. А вот не верю. Хотя попробуй поверить. Я очень голодная. Компанию составишь? Я даже вилку не смогу держать. А я тебя покормлю. Ты же не думаешь, что вилка не справится с вилкой? Кстати, ты мне желание проспорил? Черт, я и забыл об этом. А я помню. Поехали. Поехали.